утро. Такое у нас сегодня солнечное утро. Всю ночь лил дождь. Сейчас уже не скажешь, что он был, потому что асфальт уже сухой. Видите, сверху с кондиционеров тут уже капает. Люди включили. Хотя, мне кажется, вот сейчас самый классный период утром открыть окошки и дышать свежим морским воздухом. Всем доброе утро! Всем доброе утро! Мы сейчас собираемся. Куда поедем? Поехали на Пионерский проспект. Погуляем просто? Ну да, сейчас по камням не походишь вот с этими волнами, да, там хоть можно по песочку погулять будет. Поедем, на Пионерский проспект съездим. Давайте переодеваться. Давайте. Я все никак не дорисую свою картину. Привезла из Москвы картину, думала, я ее дорисую здесь. Вот. Кто смотрел блоги из Москвы, тот знает, что я люблю. Рисование по номерам. И вот такую вот картину я рисовала весной. О, раскрашивала. Вот. Что мне тут осталось? Уже практически она готова. Осталось бы совсем немножко. Так она сейчас выглядит. И можно было бы рамочку заказать, да, и повесить. Ну, типа так. Как-то. Мне кажется, бы смотрелось красиво. Кажется. Ну, рамочки сделали, да? Да, такая можно воздушная. Можно на кухне, я думала, повесить, либо на воздушные картины, Сашкину красивая комнате, получается. Да. Что? Я думала, сегодня будет дождь. Я сегодня ее дорисую. Но сегодня солнышко. А вечером рисовать, но я тут плохо вижу. Тут очень маленькие такие, мелкая прорисовка. Вот, поэтому лучше, конечно, рисовать это все утром. Специально привезла сюда, потому что я ее и планировала повесить здесь. Единственное, нужно еще будет рамочку найти здесь какую-нибудь красивую. Так что все, убираем обратно картину. Дождя не будет. Это тоже хорошо. И поехали тогда гулять. Каждое утро у нас начинается с того, что Дима вытряхивает Кузю. И каждый раз он набирает, вы не поверите, очень много пыли, грязи. Ну, откуда это все берется, я не знаю. У нас в квартире очень чисто. Мы убираемся. Ну вот, каждый раз проходится, и каждый раз что-то он донаходит. Что хочу сказать, на улице сильный ветер, не знаю, едем сейчас на море, удастся что-то записать или нет, потому что будет, конечно, камера фонить очень от ветра. Погода такая, да, то солнце скроется, во-первых, облака очень быстро, да. Да, то солнце скроется, то оно появится, облака реально прямо они летят, парят. Мы сегодня обещали сильный ветер. А дождь сегодня обещали? Я не знаю. Я что-то тоже погоду не посмотрела. Ну что, поехали. Сейчас Дима идет трогать со шлючкой водичку. Ну, я думаю, что море теплое. Теплое, да. Люди, как вы видите, купаются, несмотря на волны, несмотря на красный флаг. Комфортно. Ну, пойдем прогуляемся тут вдоль пляжа. 25? Ну, да, хорошая. Я хотела, конечно, снять, но ладно, я уже не успела снять свои шлепки. Они намочились, Дим. Намочились, я не успела. Они высохнут сейчас на ветру, я их понесу. Они быстро обсохнут. Ну что, пойдем прогуляемся. Намыло так хорошо песок, да? Как по асфальту идешь. Вот тут сразу золото, бриллианты ищут. Вон уже денежка, да, лежит. Нет, это не наш. Вынесла. Да, наверное. Может, он ее искал? Да. Просто 2 рубля не видели. В прошлый раз туда гуляли, а сейчас мы пошли к Эре.
нет, это наши деньги. Если какой-нибудь, знаете, такие старинные, от Гаргипи, такие, которые там в музее хранятся, денежки такие. Потому что мы с Димой коллекционируем старые деньги. У нас на даче очень много альбомов специальных, каждая денежка лежит в своем отсеке. Вот. Но деньги наши коллекционируем, не иностранные. Да, хорошо, на море классно. Надеюсь, меня слышно. Потому что ветер, видите сами, меня все просто. Все волосы у меня развились. Смотрите, какую ракушечку Сашулька нашла. Прям красивая. Вот здесь вот прям лежала. Сейчас, конечно, ракушки искать самое такое благодарное дело, потому что очень много выкидывает. А вот тут вот она лежала, она нашла. Держи. Это в нашу коллекцию, в наш аквариум пойдет. Давайте я сразу ее в кармашек. Давай, убирай. Чувствую, Дима, скоро нам нужно покупать аквариум 2. И побольше. Продолжаем поиски. Очень красивая. Очень. Я даже не ожидала, да? Темненькая, тут оранжевая. Ага, ну мы глубокие Сашули ищем. Тут таких маленьких много. Ой, малыша выбросила. Вроде шевелился. Давай, бросай его подальше. Крабиков. Такие тоже ракушки красивые. Возьмем? Возьмем. Слушай, может их уже есть начинать? Нет. Отваривать? Нам мужчина подарил рапанчика. Да. Увидел, что мы собираем, да, выходил из моря, да, Сашульчики подарил. Нашел, говорит, держи. Держи. Красивый. Покажи, какой там. Да мы уже много чего нашли, ребят, такие. Давай, вот. Вот такие вот маленькие. Пакетик, не знаю, надо посмотреть. Тут столько разных маленьких затончиков намыло. Посмотрите, прям как бассейн. И они глубокие. Деревяшечки для разных поделок. Большие рапаны есть. Да, много рапанчиков, которые выкидываются, их песочком засыпает, и они здесь лежат. Гулялись мы, ветер там сильный, но море теплое. Волны сильные. Волны сильные, и люди купаются. Все, поехали домой, нагулялись, насобирали ракушек. Я говорю, Диме, ракушек куда нам столько? Не знаю, может коробку какую-то купить. Или еще один аквариум. Ты что, вон у меня? Вываливают, Саш. Ты сейчас потрясла. Такие большие, красивые. Такая. Мне не вывалилась, Дима, твоя красивая ракушечка-то? Вот это вот такая ракушечка Сашулечка нашла, тоже большая. Надо сейчас мыть. Несколько рапанов нашли больших. Миди, Дима, для рыбалки. В общем, не зря сходили, погуляли. Рапан одного же, он тоже для рыбалки. Да, тоже для рыбалки вообще. Так что едем сейчас домой уже обедать. Девочкой решили зайти. И еще заехали вот в анапский хлебушек. Черного хлеба такого не было. Купили бородинский какой-то заварной. И Сашулькины любимые пирожные. Мы сегодня припозднились, 3 часа. Да. У нас уже вечер. Быстро так время пролетело. Мы погуляли, потом еще раз погуляли. И сейчас вот Дима пришли. Хотим перекусить, уже поужинать. Я буду ужинать творожком. Дима яичницу себе делает. А Сашулька с дедушкой остались на площадке. А вот еще творог вчерашний. Вон с фруктами. Я же не могу есть. Я усеян тогда. Творожок, который мы позавчера покупали, я вот прям так сейчас со сметанкой сделаю, помну. Сашка с сахаром ест, я буду без сахара. Вот такой у меня сегодня будет вкусный ужин, полезный. Всем покушать, всем приятного аппетита.
Слушайте, где наша-то? 8 часов. Они еще там. Я их вообще не вижу. Дети, наверное, не собираются домой уходить. А, вон они. Еле дождалась вас. Иди мой ручки. Пойдем кушать и уже мыться. Ухнет у нас какой красивый закат. Смотрите, какое солнышко. Сейчас выйду на балкон. Вообще можно любоваться вечно. Несмотря на то, что сегодня дождь обещали, дождя у нас никакого и не было. Может быть, и завтра тоже не будет. Хотя завтра по прогнозу там 30% написано в Яндексе, что дождик все-таки будет. Море тоже так отчетливо видно. Будем тогда на сегодня с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.